нашої студії завітала експерт з управління часом і увагою Анастасія Спіцина. Доброго ранку вам. Доброго. Вітаємо вас. Проект «Час міста» – це щось новеньке для наших глядачів. Ми знаємо, що ви вирушили мандрівкою по містам України. Розкажіть нам, будь ласка, з якою метою? Да, час города, время города – это тот проект, это авторский проект, который я запустила в прошлом году. И на самом деле его основная задача сейчас, это измерить время в разных областных центрах. Это 24 города. 24 города, и Николаев 10. Николаев открывает сезон 2018 года, потому что в этом году я еще не ездила именно с тайм-экспедицией такой, поэтому в Николаеве в этом году первый раз проводится исследование. Які практичні знання будуть від цієї експедиції і взагалі які знання ви збираєте по містах? На самом деле я измеряю время. Если посмотреть на время города, то, конечно, часто мне задают вопросы, чем же отличается время, ну, условно, в Ивано-Франковске, в Тернополе, во Львове, Одессе, либо Николаеве, ведь у нас у всех 24 часа. Вот с точки зрения линейного времени, да, у всех определенный объем времени, но есть какое-то, знаете, внутреннее такое психологическое субъективное время в каждом городе. И мне стало интересно, а в каком вообще времени проживает вся страна. Соответственно, я стала исследовать, что происходит в городах, в каком темпе, в каком ритме, какие привычки управления временем живут в этом городе. Угу. То есть принято ли опаздывать, срывать ли дедлайны, принято ли откладывать жизнь в долгий ящик. А вот каким чином відбуваються ці експерименти, як ви це перевіряєте? На самом деле есть объективные вещи, на которые я обращаю внимание. То есть, да, я смотрю за движением транспорта, я смотрю за наличием пробок, теряют ли люди там непосредственно время. Потому что если мы возьмем Киев, то люди могут потерять очень много в пробке времени, если правильно не организуют свое время. Я наблюдаю за скоростью перемещения людей непосредственно в пространстве, то есть с какой скоростью они двигаются. Очень интересно вот было прямо сейчас мне наблюдать, с какой, ну, скажем так, в какое время просыпается город. Не только люди просыпаются, потому что кто-то, может быть, в 5 часов просыпается и едет на свою смену, а вот именно город как явление. То, что котрі години прокидається Миколаїв? Ну, по крайней мере, в 7 утра он еще глубоко дремал. Да, машины ходят, начинает двигается автотранспорт. Но вот как бы сам город, он еще не дышит, если так говорить. И вот уже я специально двигалась пешком в нашу сторону сюда, для того, чтобы вот именно наблюдать за тем, что происходит. И вот с каждым шагом, с каждым кварталом в городе появляются люди, он как-то начинает действительно оживать. Открывает очи, да, совершенно верно. Соответственно, каждый город есть пики активности. Соответственно, в это время что делают, да, люди, как они проживают вот эти пики активности. Есть время, когда город засыпает. Потому что, допустим, мы возьмем Одессу, она уходит в сон значительно позже, но она и просыпается позже. А если мы возьмем Кривой Рог, там все завязано, ориентировано на индустриальное предприятие, да, на вот эти большие производственные предприятия. И там люди просыпаются в 4, в 5, и уже город начинает жить. Какой відрізок часу потрібен для того, чтобы вивчити місто и дізнатися, яким часом все-таки воно живе? Скажем так, согласно моей технологии, то есть как я это делаю, я провожу в каждом городе где-то 100-120 часов. Вот, то есть, в принципе, моя основная задача – приехать в город, погрузиться в него. Я в этот момент максимально открыта, то есть непосредственно я дышу этим городом. Мало того, что я замеряю какие-то эти вещи, я в каждом городе встречаюсь с большим количеством разных людей. То есть это люди из бизнеса, это люди могут быть из власти, это могут быть активисты, это могут быть молодые ребята, это могут быть взрослые ребята, это могут быть родители, люди творчества и искусства, это могут быть философы, историки, археологи. Почему? Потому что каждый, ну скажем так, время города, оно формируется, как мне кажется, то есть моя гипотеза под влиянием разных факторов. Ну, чтобы зібрати, напевно, наибольшую объективную такую, да, информацию. Ну да, получается, что есть какие-то прошлые факторы, это история, да, почему город возник здесь, почему здесь вот именно эти люди начали жить. Дальше есть настоящее этого города и куда смотрит город дальше, потому что мне на самом деле сейчас очень интересно, ну, тот период,
та ситуация, то состояние, в котором находится и каждый город, и страна в целом, и каждый из нас, потому что в прошлое дорога закрыта, настоящая такая зона турбулентности, а будущее, оно рассеяно. И для того, чтобы, может быть, его четче увидеть, надо вот немножко разобраться со временем. Вы перебуваете в нашем месте порівняно небагато годин, невеличкий проміжок часу. Що очікуєте від Миколаєва, що, можливо, з яким настроєм ви вже до нашого міста, до часу нашого міста ставитесь? Ну, отвечу на последний вопрос насчет настроения. Да, я на самом деле в каждый город включаюсь глубоко как исследователь, и поэтому все попадает в объект моего внимания. То есть я очень открыта. В этот момент у меня нет никаких других проектов, бизнес-проектов. То есть я вот нахожусь просто в этом городе, я дышу этим городом. Соответственно, вот таким образом я и настроена сейчас. Я не имею каких-то конкретных ожиданий, то есть я специально не изучаю какие-то факты для того, чтобы не двигаться по исследованным тропам, а вот больше двигаюсь по людям, по определенным историческим моментам и по объективным показателям, которые я замеряю. Миколаїв зараз за чергою 10-й. Ви ж перевірили 9 міст. Да. Ось із цих перевірених, хто живе найбільш, можливо, таким швидким темпом життя, а хто більш розмірено і спокійно. Скажу так, что на самом деле наша страна, наши города, они на самом деле любят жизнь в стиле slow life. Швидко. Наоборот, очень замедленно. То есть во многих городах, где я была, жизнь на самом деле очень размеренная. И чем дальше ты от центра находишься, от Киева, тем больше у людей появляется времени для жизни, для себя, для, ну, скажем так, наслаждения, может быть, этой жизнью. Правда, люди, находясь в городах, не всегда умеют это делать. Моя задача, на самом деле, показать людям, что даже в своих городах можно создавать свое время, живое время, интересное время. А как же с користью використовувати цей час, який ми можемо використати на себе? Ну, смотрите, все на самом деле зависит от цели, то есть для чего, зачем человек, то есть зачем человек работает, зачем человек живет, да, то есть когда в какой-то момент люди начинают понимать, что что-то происходит не так, что слишком много времени своей жизни я потратил на работу, либо там, допустим, все влил в семью, но потерял карьеру, либо потерял здоровье, то есть вот идет такая разбалансировка, и на самом деле, если уже задаешь себе этот вопрос, что-то не то, значит, приходит момент задать, посмотреть, а что же я делаю с этим временем? Его можно измерить. Есть определенные технологии, я ими делюсь на своих, ну, в рамках своей работы с клиентами, с компаниями, где мы измеряем время. И после человек, собственно, знает, что ему делать дальше. Он начинает искать вопрос, зачем? Зачем ему время в этой жизни? Дякуємо вам за те, що дійсно створили такий цікавий проєкт. Я думаю, що тепер миколаївці будуть з очікуванням чекати на результат перевірки нашого міста і взагалі на результат цілого проєкту. Попереду ще 14 міст. Получається, що так. Тож, ми бажаємо вам успіху, а наші телеглядачі, якщо побачать нашого експерта на вулиці, матимуть змогу задати якісь питання, які їх турбують, або, можливо, поділитися секретами життя нашого міста Н. Дякуємо вам! Спасибо.